В интернете появилось видео захвата Верховного Совета Крыма вчерашней ночью. Камеры наблюдения зафиксировали неизвестных в касках с оружием и с белыми лентами на рукавах. Чтобы попасть внутрь, они использовали взрывчатку. На кадрах видны яркая вспышка и сработавшая сигнализация автомобиля. А через 25 минут еще одна группа заходила с другого входа. Эти люди были уже без касок, но в балаклавах и с большими рюкзаками. У всех заняты руки, люди быстро заносили что-то в помещение.